Продолжаются допросы свидетелей и обвиняемых по громкому делу о взяточничестве, фигурантами которого является руководитель 2-го батальона дорожно-патрульной службы областного ГУВД. Об обстоятельствах дела и первых выводах журналистам сегодня рассказал начальник регионального управления Следственного комитета Михаил Музраев. Поводом к началу проверки, которую провели сотрудники управления ФСБ и собственной безопасности ГУВД, стала жалоба одного из подчиненных командира 2-го батальона. Он сообщил о целой схеме поборов, разработанной капитаном Кирпой и его заместителями. В ходе оперативной работы данная информация подтвердилась, после чего офицеры были задержаны и решением суда заключены под стражу. По подозрению в совершении преступления, предусмотренной статьей 290, частью 4, было задержано 6 человек. Это капитаны милиции Кирпа, Перепелица, Карасаев, Бондаренко, старшие лейтенанты Плехов и Кузнецов. 26 января были задержаны еще 2 участника преступной группировки. Сейчас оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники управления ФСБ, собственной безопасности ГУВД и следственного управления, допросила уже треть личного состава 2-го батальона ДПС, более 50 человек. Все они подтверждают наличие преступной схемы по сбору и передаче денег руководству подразделения. На данный момент в деле фигурирует сумма около 3 миллионов рублей. Расследование только началось, поэтому руководство регионального управления Следственного комитета не исключает, что может вырасти сумма выявленных взяток и количество задержанных.